Началась подготовительная работа по формированию проекта областного бюджета на следующий год. Уже прошли обсуждения основных направлений налоговой и бюджетной политики, представленных Федеральным министерством финансов. Аналогичный документ должен быть подготовлен в каждом субъекте. Но прежде чем составить его, необходима тщательная работа регионального Минфина, налоговой службы, муниципалитетов и счетной палаты. Конечно же, мы озвучим прежде всего, какие изменения прошли на федеральном уровне. Очень большие изменения, связанные прежде всего и с изменением налога и повышением ставки НДС до 20%, и, соответственно, теми изменениями, которые применяются к предпринимателям перехода на онлайн-кассы и многое другое. Основными задачами на 2019 год остается обеспечение сбалансированности бюджета, что напрямую зависит от доходной части. На данный момент доходная часть сформирована в сумме 32 миллиардов рублей, что на 1,7 миллиардов больше к уровню 2018 года. Глава ведомства отметила, что некоторым районам нужно усилить работу с бюджетным резервом. К этому относится взыскание недоимки и задолженности по налогам. Мы продолжаем проведение совершенствования процедуры межбюджетных отношений. Мы полностью меняем механизм стимулирования по упрощенной системе налогообложения для муниципальных образований. Мы будем еще неоднократно говорить об этом, для того, чтобы именно стимулировать их к тому, чтобы рост по упрощенной системе налогообложения увеличивался. В ведомстве приступили к формированию расходной части бюджета, после чего станет понятно, куда и на что будут направлены бюджетные средства в следующем году. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.